Команды серебряных медалей. Матч в Москве с Памиром был для динамовцев крайне важен в борьбе за второе место в чемпионате. Хотя погода была явно не футбольная, игра получилась интересной. За минуту до перерыва удачно выполнил штрафной Добровольский. И второй гол в ворота Памира был забит после розыгрыша стандартного положения. Пилипчук головой послал мяч в сетку. Лишь на последних секундах встречи Рахимов с пенальти сократил разрыв в счете. 2-1 победа динамовцев. С 26 очками они вышли на третье место в турнирной таблице. И лишь на очко отстают от ЦСКА. А впереди киевские динамовцы.